Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Вы на канале о вязаных игрушках Амигуруми. С вами я, Наташа. Всем желаю приятного просмотра, чудесного солнечного настроения, творческого вдохновения и всего самого наилучшего. Сегодня покажу новую игрушку, которую я связала, и расскажу о своих покупках, покажу их и продвижение по своей сумке. Итак, поехали. Игрушка, которую я связала, это девочка. Как-то свет не очень, да? Ну, ничего страшного. Смотрите. Девчонка, значит, получилась у меня ростом 18 сантиметров. Это ее вид сзади. Необычная конопатая такая девочка, которая мне безумно нравится. Вязала я, значит, ее ноги, голову. Тело, голова одной деталью, руки привязывала, ну, то есть отдельно пришивала. Вышитые, значит, глазки полубусинки у нее, вышитые брови, рот, нос, конопушечки. Вот как бы вот так показать, наверное. Не могу цвет поймать. Комбинезон и рубашечка съемные, повязка также. Кудряшки у нее светло-желтенькие. Такая солнечная девчонка у меня получилась. В принципе, как я ее задумала, так и она у меня такой и получилась. Мне даже кажется, намного лучше. Здесь я брала, использовала, вот у меня лежат бусиночки, крохотные бусинки. Возьму сейчас линейку, измерю. Пять миллиметров всего одна бусинка. Я покупала их целым набором, всякие разные, по смешной цене, по какой уже не помню, по-моему, 100 штук, да, 100 штук, и они мне наконец-то пригодились. Уже на кофту, на футболочку я использовала другие бусинки, ой, другие пуговицы, они у меня в два раза больше. 10 миллиметров, розовенькие. Изначально, когда я ее начала вязать, она была похожа на мальчика. Сын утверждал, что это мальчишка. Мой мужчина утверждал, что это тоже похоже на мальчика. Но когда я ей пришила розовые бусинки, вышила конопушки и повязку сделала, то уже тогда точно сказали, что похоже на девочку. Вот, значит, как повязка и бусины розовые меняют цвет. На комбинезоне я и вышила шириночку, кармашки, также розовым цветом. Вот такая девчулька. В общем, пишите свои комментарии, что вы о ней думаете. Пастелью, значит, я и рисовала. Вот такая у меня масляная пастель Сонет. 12 цветов. Я ей ушки затонировала, щечки. Плохо видно прям вообще. Ну, видно немножко, да? И здесь вот ушки оранжевым цветом. Тонировка у меня. Вязала я ее из Ализе Суперлана Классик. Бежевый цвет. Он, кстати, у меня уже на исходе. Я его для игрушек использую, но заказала на Валберисе. Скоро вот-вот жду на днях. Возможно, даже сегодня, завтра придет. Так что не переживай, целых 5 мотков. Кофточка – это детская новинка. Это пряжа, я даже не помню, что это, но можно использовать детскую новинку. А повязка валялась у меня, ждала своего часа от какой-то другой игрушки. И пригодилась как раз для моей девчонки. Смотрите, кудряха. Небольшие кудряхи. В общем, пишите свои комментарии, как вам эта девочка. Нравится, не нравится, что вообще о ней думаете. Будет очень интересно почитать. Покажу еще сумку. Я вяжу сумку из джута. Сколько она у меня уже провязана? 11 сантиметров. Да, 11 сантиметров уже такая на данный момент.
осталось столько из мотка. Крючок я использую 2 миллиметра. Сейчас буду ее вязать, после того как сниму видео, выложу на канал, пойду с детьми гулять на улицу, у нас аж плюс 21. У меня выходной, поэтому пойдем с ребятишками гулять. Возьму сумку, они будут бегать, прыгать, скакать, качаться на качелях, а я сидеть в беседке вязать. Угу. Так, и хочу показать вам свои покупки еще. Значит, я заказывала на Wildberries набор крючков. Для меня крючки с деревянной ручкой очень и очень удобные. Посмотрите, от 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,25, 2,5, 2,75. И здесь крючки у меня пошли. 3, 3, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 5, 7, 8, 9 и 10 номер. Вот такие крючки я еще ни разу не пробовала, не использовала. Думаю, попробую, потом расскажу, какие они. То есть весь этот набор, состоящий из 20 крючков и вот такой вот удобной сумочки для них, стоит всего 533 рубля. Не знаю, где-нибудь, может быть, есть дешевле. Но я считаю, что за такую цену это вполне приемлемо. Поэтому купила. Вчера забрала заказ, довольна. Также я заказала пряжу с пайетками. Вес 100 грамм, длина 600 метров. И расскажу, у меня тут записано, значит, в моем ежедневнике. Пряжа эта с пайетками стоит 168 рублей. Брала ее на волосы куклы. Буду использовать, посмотрим, потом буду показывать. Значит, по заказам еще. Супер Лана Классик серый. 5 мотков мне обошелся в 603 рубля. Это я посчитала за моток 120 рублей 60 копеек. Я вообще люблю эту пряжу очень сильно. Поэтому пополнила свои запасы. Здорово, радуюсь. Так, еще у меня пришла пехорка детской новинки. Это получается светлая фиалка. 482 рубля упаковка. И, соответственно, за моток 48 рублей 20 копеек. Красота. Оранжевый. Такой, значит, оранжевый цвет у меня стоит 571 рубль за упаковку. Есть цвет. На самом деле видно, что он отличается. Это светлый коралл и стоит 577 рублей за упаковку. Прям, возможно, видео не видно, но мне видно. Эти различия, они очень даже отличаются. Белый цвет, значит, у меня... Так, 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 белый 426 рублей. Это вообще очень дешево. Беленький, красивенький, такой чудесный. И ассорти. Пряжа ассорти мне обошлась всего 484 рубля. Итак, тут цвета. Вот яркий, насыщенный салатовый, светло-зелененький, светло-коричневый, бежевый, розовенький, нежный, молочный, красный. Так, это у меня даже какой бы прочитать цвет. Где? Светлая азалия, желтый и оранжевый. Да, желтый и оранжевый. Вот такое ассорти у меня прибавилось теперь. Так, 10, 20, 30, 40, 50, на 55 мотков плюсом пряжи. Я довольна. В пути, значит, у меня... Еще набор трикотажной пряжи, это 3 мотка по 500 граммов. По смешной цене, по 246 рублей, я вам потом покажу ее.
Значит, набор из спиц, 7 пар круговых спиц, линейка, 15 штук маркеров и измерительная лента за 360 рублей и суперлана бежевый цвет за 692, 5 штук. Это по 138 рублей 40 копеек. Ну вот, я вам все рассказала, показала. Желаю всем чудесного настроения, творческого вдохновения. Пишите свои комментарии. Всего вам самого наилучшего. С вами была я, Наташа. Всем пока-пока.